Хвала Аллаху. Сожалеем ли мы, когда пропускаем какое-либо поклонение, как салифы, которые сожалели, когда пропускали, при том, что такое у них бывало довольно редко? И, кстати, один из них иногда, когда пропускал коллективную молитву, совершал ее, потом совершал еще 27 дополнительных молитв, как возмещение. Другой говорил: «Воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся». Один из них, когда пропускал коллективную молитву зухр, молился до асра, а если пропускал коллективный аср, молился до магриба, надеясь возместить. Не последуем ли и мы за ними?